Ребятки, всем привет, всем доброго субботнего утра. Это редкая серия, когда я точно знаю, когда выйдет эта серия. Так, а ну-ка, иди сюда, пернатый. У нас легенды Дракономании, как увидели, и судя по пернатам, у нас еще идет какая-то акция. Ну, о чем вы должны все уже знать. Это у нас акция на небесную радость. Кстати, неплохо выглядит дракончик, тоже какой-то китайоза. Китайоза. Так, ну я вообще, как видите, не играл. Ну, по традиции, ввязываться в эту акцию особо сильно как бы не стоит, все равно фиг я соберу, я обычно половину собираю, а сейчас вообще, как бы, даже вообще не смотрю на эти показатели, так просто зашел себе, там, вот зайду, что-то поймал, ну, в обычном, короче, режиме себе только что существ летающих ловлю, а так ничего специально, вот, не, короче, не стараюсь там по таймингу выполнять. Так, ну вот летают, я как бы, знаете, как это, как тираннозавр в фильме, на движущуюся цель. Как какой-то кот, знаете, коты любят, когда что-то шевелится, они сразу же на это нападают. Так, давайте сейчас кого-нибудь принесем в жертву по традиции. Так. Отлично. И у нас есть тоже новенький дракончик. Вот такой вот у нас есть новенький дракончик. Красный дракончик, как вы все угадали правильно. Это у нас эпический, не просто эпический, это у нас еще и колдовской эпический. Это у нас Гипоэстес. Дракончик Гипоэстес. Так. Какие у него там стихии? Никуда не хочет, нет. Мест нет, везде нет. Короче, перенаселение у нас небольшое. Как в Китае. Так, это первый дракончик из этой группы, в которую входит целых семь драконов. Ну, мы их можем повыводить при особом желании. Так, ну я следующего вот это вот хочу вывести. Так, ладно, давайте тогда пойдем. Блин, стрёмный. Ну реально чужой, чем не чужой? Ну, крылышки. У меня, кстати, есть чужой, ребята, с крыльями. Короче, не знаю. Игрушечка такая была еще. Очень старая. Очень старая. Там был моделька чужого с крыльями. Короче, у меня там на игрушечном канале есть обзор. Один из первых обзоров. Прикольно. Так что это вообще чужой, чужой. Не каноничный, но чужой. Прикиньте, чужих с крыльями в фильме. Так, я вообще соскучился за фильмом «Чужой». Вот «Хищник» вышел, новый. Я его, правда, не смотрел. А вот эти какие-то «Прометеи» последние всякие, они что-то как-то немножко в другую степь ушли. Это немножко другие фильмы по сравнению с обычными «Чужими». Так, а ну-ка, кстати, давайте еще раз. А, блин, бешеный, бешеный, бешеный. Еще на «Хамелеона» немножко похож. Заставили его, короче, ползти сюда. Ну, такой вот прикольный дракончик. Забавный. Давайте на 16 уровень. Чтобы есть, что можно было заколдовать. Ну, классический чужой. Не знаю, на кого он мог. Может, это типа имитация какого-то там цератопса или анкилозаврида. У него и булава на хвосте есть. И вот это, знаете, может, как это просто его козырек. Как вы думаете, как бы... Или, может, кто-то знает, вообще-то, ребята, у драконов есть какая-то история официальная? Ну-ка, давайте прочитаем. Красный в крапинку камуфляж дракона Гипоэстеса позволяет ему укрыться от врагов в ближайшем кустарнике. Так, этот прием особенно эффективен, когда он прячется в саду у своего тренера. Ну, как бы, а есть какая-то вот официальная расшифровка, ну, как бы, на кого похож этот дракон? Ну, это, кстати, есть такой хамелеон. Есть хамелеон с таким вот гребнем. Ну, хамелеон, короче, похож на трицератопса, есть такой хамелеон. И у него даже есть хамелеон с тремя рогами. Так что, может, это, конечно, вот какая-то в ту степь, но очень он похож на чужого. Я думаю, вы со мной согласитесь. Похож. Ему еще вторую челюсть выдвижную дорисовать, и будет вообще круто. Так. Это мы сделали. Что у нас еще идет по акциям? Ну, я продолжаю выводить Лазера. Наставника я, походу, пропускаю. Ну, нет смысла на него дергаться, переключаться. Просто Лазер нам нужен, как бы, и для вот этой акции осталось 9 дней. Ну, что-то мы, наверное, пролетим. Хотелось бы получить чешую эту красную.
красные чешуйки, ребята. Так, ладно, давайте зайдем. Может, что-нибудь потратим? Сколько мы здесь очков вообще? 3000. Ну, давайте, может, немножко пособираем. Давно мы не собирали. Прикольные значки новые. Так. Так. Пельменей у меня нет. Вообще нет пельменей. Ладно, давай ты сюда. Ты сюда, ты сюда, ты сюда. И вот это вот сюда. Вот так. У меня был такой коварный план собрать архангела. Так, это у нас вообще тигр или кто? О, красные чешуйки, кстати, собрали. Вот эти вот маски такие бешеные, бешеные глазки. И пельмени, пельмени, пельмени. Ладно, раз пельмени, то давайте вот сюда идти. Маски вот сюда. Никому не надо пельмени. Ждем, ждем, пока обновится. Так, ну вот пельмешата. Головушка, там пельмени. Вот сюда, значит. Вот смотрите, как классно. Раз, два, раз, два, раз, два. И вот так вот. Шикардосик, ребята. Ой, не того бросил, но вот так вот хотел. Хорошо, люблю, когда все складывается. Вот, еще одного сложили. Давайте посмотрим, что у нас попадется. И смотрите, вот еще, прям еще смогли сложить. Голова и два пельменя. Тоже опять же. Все как по плану. Так, пельмешек. Головушка. Давай, давай. Вот сюда. Молодец. Пельмени надо все. Давайте вот сюда. В первую очередь, да, надо тыкать того, кого мы можем собрать. Нужно смотреть и на следующие, которые идут за вот этим. Так, ну тут пельмени, давайте тогда еще. Тут пельмешку. Вот смотрите, я могу вот так вот сделать. Потом вот так вот и вот так вот. А! И вот сюда. И вот сюда. И вот сюда. И вот сюда. Так, ну здесь все. Нормалек. Ой, очки так медленно тратятся. 3000, у меня как будто бы их бесконечное число. Так. Типа никому не подошло, да? Первое разрушение мое. Вообще. Черная полоса. Ладно, давайте тогда на этом закончим. У меня целая 41-я позиция. Угу. Ладно, хотя я вообще тут ничего не выполнил, наверное, за целый день. Ни одного этого. Может и выполнилось как-то само случайно. Заглянем на колдовство. Заберем наш 4 уровня котел. Гречен, знаете, это Monster Legend. Гречен у нас в котле там варит зелья всякие. Так, здесь у меня даже все сброшено. Ну, в смысле, очечки. Около 600 я болтаюсь. Это радует. И здесь у нас есть факел. Ну, давайте пойдем факелом. Факел, факел. Ты могуч, ты гоняешь стаи других дракончиков. Огненная волна. Есть такое понятие, ребята, знаете, пиропластический поток. Это когда извергается вулкан, и там всякая пыль, мелкие ошметки камня, там пепла, вот это все таким вот слоем мчится с невероятной скоростью в несколько сот километров вниз с горы вулкана и имеет еще температуру там градусов 400. Вот это у нас факел. У него такой супер удар. И давай крутись, крутись, легендарка, попадись. Не попалась.
Так, у нас снова минус 17. Можно взять нашего слабенького дракончика. Так, кстати, сколько там у нас нужно собрать ключей? Наверное, все 5, чтобы открыть военный сундук. Потому что сегодня я утром военный сундук уже собирал. Зефирчик. Так, ну а вообще, блин, ну вот очень сильно не хватает вот в легендах Дракономании живой арены. Вот арены такой, как есть в мире Юрского периода. The Game. То есть где ты выбираешь любых 3 дракона, и тебе под уровень твоих драконов находится противник. Ну пусть будет это даже как бы, ну, не настоящий там онлайн, а какой-то даже виртуальный, этого будет тоже более чем достаточно. Да, 3-3-3. 3-3-3. Ну не хватит. Я еще, то есть 2, наверное, боя только могу провести. Кто мне там еще остался? Архангел еще остался. Так, здесь какая-то легкотня пока. 16-й. Блин, тут надо было тигром идти. Так, ну и последний. Да, легкотня, блин, реально надо было идти. Надо было идти тиграм. И тогда мы могли бы собрать все ключи. Так, минус 16. Ну, давайте берем Архангела. Давайте смотреть, что у нас тут за враги. 37-й. 37-й. А что у тебя там дальше, а? Можешь мне рассказать? 40-й, блин. Ну, кто его знает? Ладно, пойдем таки все-таки Архангелом. Это у нас был Барбадос. Так, но этих можно было проходить и тигра. Тут без проблем. Со щитами, да, наверное, стоило. И здесь стоило, можно было тигром пройти все-таки. Ну, я так что-то подиспугался. 35-й, да, можно было пройти. Так, вот один 40-й такой крепкий. И второй. Ну, такой, 50 на 50 прошли бы, либо не прошли бы мы тигром здесь. Так, ну чё тут? У нас уже ничего не осталось, надо брать. О, минус 15. Ну это я для сброса сейчас сделал. Сейчас агавушку мы сольем. И подыщем себе, попытаемся кого-нибудь подойти. Так, ладно, еще давайте сольем. Минус 16, 48-й. Но это, короче, жестко. Ну, хотя он мог, конечно, и один там всего лишь быть. Ладно, давайте еще сольем. У нас тут есть кого сливать. Целый миллион. Ух ты, это у нас сет. Божественный. Неплохо. Неплохой, кстати. Так, давайте укомпонуем нашу компашку. Гипноз. Минус 16. Ну, ой-ой-ой, блин, неправильно выбранные у меня вот те. Сливаемся.
Ну, опять крепкие. То есть у него минимум два таких вот крепыша. Это нас не интересует. Ищем. Пробуем. Пробуем. 45-й факел. Ну, все, кстати, может быть. Давайте возьмем Ра. Сейчас изменим сюда более какой-то. Редких у меня не осталось, да? Два таких и супер крепкий щит. Ну, давайте заглянем. А вдруг там остальные слабые? Посмотрим. Если дальше идут слабые, то мы идем. Если нет, то выходим. Сфинкса получи факел. Сороковый. Но это довольно-таки непросто. Так, вот на следующем... Он нас завалит. У нас преимущество аж в один уровень всего лишь. Не пройдем мы так. Так, ну что? Держим пальцы накрест, ребята. Это у нас Арес или Герн? Арес 40-й. Угу. Печально. Блин. Ну, не хватило. Ну, чуточку не хватило. Хотя, подождите. Мы победили! Ю-ху-ху! Разница была-то в 4 уровня. Ну, 2 звездочки. Фух. Так, ну, 5 побед, ребята. Этого много стоит, короче, эта штука. Фух. А, черт, военный сундук еще не открылся, что ли? Ай, через 13 часов. Ну ладно. В общем, будем считать, что мы это условие выполнили. Иди сюда, шарик ты летающий. Тен-тен-тен-тен-тен. Давайте пособираем немножко. Так, ну чё, так давай напоследочек заглянем еще на нашу карту. Нет, сначала давайте мы заглянем куда. Вот на арену сюда глянем. Так, я здесь 273. Давайте посмотрим, что у нас тут по противникам. Есть у нас слабенький. Давайте попробуем. Натали играет против нас. Так, блокируем ветер. Так, ну торпеду Архангел пробьет без проблем. У него атака металл. И изумрудику чао-какао. Давайте обновимся, раз такая возможность есть. Да, попались нам, короче, более слабые. Ну, все равно этого, мне кажется, недостаточно, чтобы мы хоть когда-то в какой-то попытке смогли перейти в Лигу Драконьей Чешуи номер один. Так, тут... Чё ты-то, Архангел, расслабился? Вот, по заслугам тебе. Все равно справился, молодец. Молодец. Так, там еще был кто-то зелененький. Лаура против нас играет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нехорошо получилось, совсем нехорошо получилось.
Это, короче, печалька. Вообще-то надо было бурю обезвреживать. Но тут мы, походу, пролетели. Хотя факел может выжить. Фу, на тоненького, ребята. Еле затащили. Ну, здесь уже такие битвы, сами понимаете, под наш уровень. Так. Будут хиляться, да? О, они дико, короче. Хотя, почему? У них же... А, они все прокачанные больше, чем я. Ну, ладно. Оу, архангела пробили практически. Опачки, один выпал. Так, два выпало. Три выпало. Еще кивнули, гады, так, короче, вместе. Обидели нас. Ладно. Так, а у нас были какие-то неоткрытые врата? Вот у нас были врата. Врата нам открылись. И значит, мы можем здесь выполнить тоже парочку битв. Так, уже 60 уровень-то наших врагов. На что мы способны тут? С каким уровнем можем тягаться? Механический змей, ворон. А чё это он сам тут? А, сам себя, что ли, это? Того усыпил. Так, выжил ворон. Так, ну, одолели. 107-я остановка конкуренция. Так, ну, давайте попробуем пройти эту всю дугу. Два легендарных мороженка у нас и одна пчелище. В атаку! Так, отлично, парализовали. Есть хоть какой-то плюс от энергетической атаки. Так, ну это архангела не спасет, даже вот такая моя атака. А вот это спасет. Спасительный факел. О, еще золотишко, алмаз, это вам не просто так. Так, две планеты против нас. Хотя стоило, наверное, атаковать второго, либо третьего. Забери у него жизнь, вампир. И вот так. Отлично. Так, ну и последняя остановочка. У нас здесь легендарный архангел 60-го, легендарный комета и феникс, который у нас еще боссом, да, был, по-моему. Сможем ли мы это сделать или нет? Ну, давайте попробуем. Так, это было больно. Ай-яй-яй-яй-яй, потеряли мы архангела. Так, ну факел-то выживет. Это я не сомневаюсь. А вот теперь уже могу и усомниться. Да. Так, ну что, Анубис? Чё, вообще так печально? Блин, ну мы должны были здесь побеждать.
Ну, чуть-чуть нам не хватило, ребята. Ладно, тогда мы разберемся с этой точкой уже в следующей части. А на этом всем пока, ребятки, до скорых встреч.